Когда вы просыпаетесь утром, и вам кажется, что вы вспоминаете сновидение, вы не вспоминаете сновидение. Да? Вы как-то пытаетесь собрать по остаткам какой-то нейронной активности каких-то зон какой-то более-менее внятный нарратив. Да? Почему он весь алогичный там, и бессмысленный? Вам не снится в голове ночью бессмыслица? Вот. У вас структурируется материал. Вот. А ну, когда вы просыпаетесь, там застаете вот в такой как бы, активности разные области коры, ответственные за разные образы там, и так далее. И вы их там вот судорожно собираете. Вот. Если вам кажется, что это было ваше сновидение, это не так. Это ваше сознательное воспоминание об активности мозга, когда сознание было выключено. Понимаете? Ну, как бы, это все равно, что свое детство сейчас в 3 года вспомнить. Ну, как бы можно, конечно, но это будет заблуждение.